Что ж, наверное, мы можем наконец-то начать. Здравствуйте, дорогие зрители, участники этого праздника. Мы очень рады, что мы можем быть причастными и к фестивалю «Мантр», и к празднованию «Ганеша Чатурти» здесь с вами. И сегодня общий поременитель санскрита в нашем лице будет исполнять, будет восславлять, прославлять Ганапати. И кроме этого, будет еще один небольшой сюрприз, и с него мы, наверное, начнем. Коль скоро Ганапати покровитель мудрецов и ученых, а мы с вами знаем, что шастры и многие мантры написаны на санскрите, мы хотим открыть наше выступление воспеванием санскритского алфавита, как вы уже, наверное, догадались. То, что сейчас происходило, это был санскритский алфавит, и сегодня мы все вместе с вами будем петь санскритский алфавит, постепенно его разучим. У нас есть мечта, что он к вам прилипнет и будет преследовать вас. День за днем будет сниться вам, и однажды все тайны мантры откроются вам благодаря этому знанию. Ну, также хотелось бы сказать, что мы не певцы, мы скорее рецитаторы. Наш учитель Уша Рамисанха из университета Тирупати, она обучает нас правилам рецитации санскритской. Поэтому то, что сегодня будет, это скорее мелодекламация. Мы будем стараться продемонстрировать хорошее произношение, воспевая хаджаны и гимны Ганеша. Мы алфавит, конечно. Кто здесь сегодня присутствует? Во-первых, наш отец-основатель Марсиль Ильич Гассенс, наш преподаватель санскрита. Спасибо ему большое тоже за эту возможность. Ирина, наше открытие таблистка и певица, будет нам сегодня помогать. А мы ученики Марса Юрьевича и Юши Санки. Меня зовут Кришанешвили, это Марина, это Оксана и это Светлана. Светлана приехала к нам из Австрии и вот попала на это мероприятие. Что ж, давайте начнем. Oh,
почтили богиню Машу, мы можем перейти к следующему номеру. Спасибо вам за внимание, за мою участие. Торможу, что еще?